В металлургическом районе 4-летний малыш попал под колеса Мерседеса. Авария произошла на улице Пети Калмыкова. Дорогу в неположенном месте переходила женщина с 4-летним сыном. Мальчик получил травмы и был госпитализирован. За рулем иномарки находился 53-летний мужчина. Ведется расследование. А это Курчатовский район, улица Бейвеля. Столкнулись 3 автомобиля. 30-летний водитель за управлением «Лады Приоры» выехал на встречку и столкнулся с «Хюндай Солярис». Последний от удара въехал в попутный автомобиль ВАЗ 14-й модели. Травмы получил 57-летний водитель. Его госпитализировали. В Курчатовском районе не поделили дорогу ВАЗ 4-й модели и Тойота. 24-летний водитель отечественного авто при повороте налево не уступил дорогу иномарке. В результате столкновения Тойота вылетела с дороги и влетела в ограждение. Травмы получил водитель ВАЗа. Его госпитализировали. А в этом ДТП водителя зажало в салоне. Доставать его пришлось спасателям. Авария произошла в Магнитогорске. Столкнулись Датсун и Лада Гранта. Помощь потребовалась 37-летнему водителю. Спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического оборудования и передали бригаде медиков.